Друзья, всем привет! Сегодня хотим зайти и показать вам, как в Америке выглядит и вообще, что продают именно местные секонд-хенды. Секонд-хенд у нас называется магазин Goodwill. Так он выглядит. Каждый Goodwill имеет свою такую вот площадку, куда любой человек может, я вам сейчас покажу, заехать и оставлять свои вещи все, какие хочешь там. Мебель, одежда, вон такой заезд. Туда подъезжают и там оставляют в баках все, что не нужно. И распределяют, там дезинфицируют и вот продают уже в магазине все товары, что люди привозят не нужно. Так что сейчас пойдем посмотрим, какой местный секонд-хенд в Америке. Сколько вещей тут у нас. Ну, как и у всех, у нас тоже в Украине секонд-хенды, да, большие такие вещей очень много. Сейчас пройдемся с вами по товарам для дома. Ну, посмотрим, интересно будет. Может быть, столы, вот видите, какие. Ох, какой стол кухонный или большой. Посмотрим, интересно, цены и даже вещи потом покажу. Он такой стоит 189, огромный. Ну, это в БУ вещи, конечно же, мебель. $15 столик. Ух, вот какой, 20. $20. Стул. Ну, есть вещи, ничего. Мебель такая. $15. Интересная. На пристань? Ну да. На пристань. Столики небольшие. $25 стол и стулья каждый по $10. Вот такой вот. О, это раритет. Раритет, да. $50 даже. Кто ж его купит? Коллекционер какой-то, да? Коллекционер, да. А что, не? Стол 25. Ну, такой вот 15. Этот. О, привет. 30. Такой вот комодик. $25 с шухлядками. Один стул бар. 13 бар на бар. Вот эти даже подушки продают разные. В принципе, можно, если покупать, $4 вот такой там, его продезинфицировать. Есть очень симпатичные, вот мне вот это нравится. Правда, у меня муж против секонд-хендных именно текстиля. Здесь много и подушек, и одеялок. Ценовая политика $4 подушка, одеяло, честно, не знаю, сейчас гляну, $13. В среднем, да. Посмотрю еще один. Да, они все по 13. Подушки. Подушки по 4. Да, они тоже все подушки по 4. Вот такая вот. Есть неплохие. Вот весенний мне вот этот вот понравился. Такой расцветочка весенняя. Так, пойдемте посмотрим, техника какая здесь. Вот такой вот секонд-хенд. Телевизоры по 30. Огромный такой. Panasonic, кстати, большой. 50. Panasonic 50. Да. Из техники. Здесь все валяется. Ну, лежит. Не валяется. Будто, ну, просто все в куче. Такие люстры. Ой, лампа вот эта прикольная, кстати. Смотрите. Интересная. Ну,
народ сюда любит приезжать. Честно говоря, можно здесь и найти что-то интересное, что-то стоящее. Допустим, вот как мы имеем, да, пристань, яхту. И на пристань, допустим, коробку какую-то нужно или там что-то смастерить. Можно подъехать и выбрать. О, раритет. Да. Разные на кухню. Смотрите, кофеварки. Кофеварочки. Какие-то тостеры. Цены. Вот Sonic. Это, наверное, да, какая-то печка, что ли, $6. Иногда здесь, знаете, даже нету цены. Ты берешь товар. Хороший, кстати, бренд, фирма. $10. Подходишь на кассу, и тебе там, ну, выбивают там что-то, какую-то мелочь. Бывает и такое, но больше товаров не очень презентабельных, таких сломанных. Посмотрите, $5 такая штучка. Куча клавиатур можно выбрать тоже. О, боже, вот это вот я уже диски. У кого диски еще есть? И маленькие, и большие, любой вкус. Такое $10. Это мультиварка. Может, ее привести в порядок, еще будет ничего. Так. Вот еще телевизоры. 45 такой вот. А вот смотрите, такой симпатичный. Большой экран. Визио какое-то, правда, я не знаю. А цены не видно, да? Почем такой? Ну, наверное, тоже в пределах полтинника. 50. 49, да, $50. Слушайте, ну. Да, ничего себе. Знать бы, как он еще работает, можно было бы лодку. Смотрите, мелочь для детей. Подзорная труба продается, нашла. Стоила $80. Интересно, почем ее отдают. Подзорную трубу. Тоже без цены. Ну, наверное, в половину, если не дешевле. Такая. Прямо как. Слушайте, неплохо. Муж заинтересовался телевизором. Клюшки в гольф. Вообще, это очень дорогое удовольствие. Сколько? Тут по $4 все, кстати. Клюшки для гольфа по $4. Так, товары разные, мелкие. И на кухню, и смотрите, какие по 4. Декор, скорее всего, на кухню. Посуды очень много. Но если поискать, может и найти. Можно что-то такое вот интересное, хорошее. Чашечки, бокалы. Такие вазочки. Здесь одна суббота в месяц. Какая-то, да, прямо 50% уже на всю. Правда? Я... Ну, что-то там. Что-то, да, есть. Один раз в месяц в субботу. Еще один раз или не каждую, один раз в субботу. Вот 50% на все, что есть. Так что посуды, видите сами, очень много. Что-то выглядит приятно, нормально, что-то не очень, сломано есть, ну, по-разному. А то он секонд-хенд. Такие вот декоративные посуда. Чашки, ложки. Так, здесь кастрюли у нас. О, когда-то было такое у нас. Ну, почем такое ситечко, да? $3. Мне кажется, оно и новое, в принципе, такое. Иногда цены не очень радуют. А иногда можно найти, в принципе,
даже очень стоящая. Такая ваза, $8. Фрукты можно положить, кастрюли. О, друзья, это же не кастрюля, это ужас. И ее продают, я вам скажу, $6. Некоторые, знаете, привозят хорошие вещи, а некоторые вот так вот грязное все свалили, ну, как в мусорник. Так что раз на раз не приходится. Я здесь, знаете, один раз брала корзинку. Нам на пристань нужна была корзинка. И вот корзинку здесь можно выбрать, в принципе. $4, но опять же, если еще на скидку попадешь, то можно неплохую цену найти. Там на улицу, да, взять какую-то вот по дешевочке. И не жалко выбросить. И вот большая какая корзина. Такая вот. Ну и почем такая большая корзинка? $6. Blessed. Маленькая такая. Задекорировать двор, какие-то вот такие вот участки, знаете, можно и в секонд-хенде что-то купить. Просто декоративные какие-то. Ну вот телевизоры мы видели неплохо. Так. Корзинка какая. Интересная. Колокольчик. Ух ты. Колокольчик прикольный. Без цены. Ну, за $1 отдадут. Ну, здесь уже выброшено все, что, знаете, не подошло каким-то разделить его. Что? Дудка не нужна? Дудка. Нет. Будешь дудеть. Кому-то, может, и нужна. Нам не нужна. Игры. Игра валяется. Я же говорю, если поискать, вот, допустим, $4. Такая вот лента, можно что-то декорировать. Есть новые по $3 на кухню, коврики. Если рыться, то найти, конечно, можно что-то годное. Но это нужно рыться. Мы зашли просто посмотреть, вам показать, что продается. Такие 2 стакана. $4, очень дорого. Стакан $2. Это что-то они ошиблись, ребята. Ошибочка вышла. Вот новогодние праздники закончились. И посмотрите, выставили очень много новогоднего. Это вся, весь ряд для Нового года. И чашка $3. Статуэточки такие прикольные. Посмотрите, какая прелесть. И почем такое выбросили? $5 статуэточка. Шапки, чашки. Допустим, мне вот очень вот это понравилось. $3, они, конечно, стоят намного дороже, такие вот игрушки. Жаль, что я уже все упаковала новогоднее, так бы я, наверное, даже взяла. Смотрите. И все за копейки. Вот, да, Новый год вот сейчас очень дешево. Такая вот подставка под свечку прикольная. Почем? $4, боже, какая прелесть. Ну, порыться, да, можно найти. Классный, интересный товар. Смотрите, какой богатый венок. Слушайте, вообще. Венок крутой, $5. Обалдеть. Елочка такая, $3. Тоже дешево. Здорово. А, это бутылку. Закрывать такая пробка $4. Да. И знаете, есть в отсек в секонд-хенде здесь книги. Книги и эти много дисков смотреть фильмы, мультфильмы. Правда, сейчас это уже не актуально, но можно выбрать. И детский отдел такой игрушки.
разные игрушки. После них, конечно, их нужно сначала идти дезинфицировать, а потом уже йода. Прикольный какой. Йода, почем йода? $3, друзья. Прикольный йода. Немножко пройдусь вам по вещам. Допустим, ценовая политика на джинсы. Вот я смотрю, все $9. Ну, вы знаете, $9 джинсы в магазине. Да, они все 8,99. Все практически вот. Ну, есть 7. 7, 8, $9. Большинство по 9. В магазине можно купить нормальные джинсы. О, Томми Хилфигер, друзья. Слушайте, Томми Хилфигер, согласна, за $8, за 9. Ну, бренды видите? Бренд можно найти за $9, ты его, да, не купишь. И выглядит очень неплохо. Слушайте, вот это я наткнулась. Ха, какой размерчик. Мне муж, наверное, не разрешит секонд-хенда взять. Хотя... я бы такие себе прикупила. Ну-ка. Не знаю размер. Сейчас посмотрю, интересно самой. Да, так как я и сказала, муж сказал поклоть. Если надо, ну, купим новые. Но Томми Хилфигер, слушайте, это круто. За $9. Я не знала, что здесь можно найти бренд. Видимо, можно. Давайте пройдемся по кофточкам. Посмотрим цену, какие. Ну, цена не бюджетная, я скажу. Такая вот $6, ничего особенного. Спасибо за то, что нас веселишь. И почем такое лошадочка? Конь не продает. Понятно, спасибо. Муж веселит. Так, кофты 6, ну, такое себе, 6, ну, в каком-то хорошем магазине, мне кажется, можно найти за такую же цену, если на распродажу попадешь. Такое модное когда-то было, 6, знаете, здесь есть... В принципе, может, и сумки можно найти, какие-то обувь, наверное, есть. Ну, такая вот. 6. Политика цены. О, опять йода нас преследует. Тоже 6, но все по 6, слушай. Свитера 6. Кто этим, знаете, занимается и умеет искать, наверное, можно и бренд найти. О, Calvin Klein, слушай. Такое вот красное. Почем? По 6? А ну-ка. 6, да, они все. Ну, Calvin Klein за $6. Неплохо, да? Ну, почем бобочки? Тоже 6, да. Тоже $6. Бобок много. Ну, можно, можно поискать. Разные. Chess New Year. Ага, тоже хороший бренд. Тоже 6, да? Да. Тоже 6. Ну, что продаю? Показать вам обувь какая. Секонд-хендов. Боже, тоже 6. Нет. Так, такса, $6. Ну, обувь, конечно, в секонд-хенде, так, не знаю, я бы не рискнула. Такие модели. Все расставлено по цветам. Вообще, секонд-хенд такой чистенький, приятный, ничем не пахнет, знаете, не, нету запаха такого. Так,
Еще хочу показать вам сумки. Вдруг мы какую-то, да, сумку найдем интересную. Вот, ну-ка, как оно выглядит. $10. 10 дороговато. Пока что бренда я не вижу какого-то такого, знаете, чтобы сразу понять. О, оно. Ну, вот это интересное. Такое. И оно стоит тоже 6. Слушайте. Есть по 10, вот такое вот, побольше. А это? Ну, сумки есть, очень даже выглядят и новенькие. Но немного. Такой клатчик. Почем? Тоже 6. Так, есть, вы знаете, еще кофта. Мы вот посмотрели даже с биркой с магазина. Ну, сегодня все по 6. Я вот что не смотрю. Все по 6. Ну, как-то, не знаю, одежду покупать я. О, блин, прикольно. С магазина, с этого, с фильма Friends, сериала. Тоже 6, наверное. Да. Все по 6. Розовые. Ну, выбор очень большой. Слушайте, и запаха, ну, вообще нет. Как вот наши. Ой, какой это кашемир, люди. Кашемир, $6. Лофт, это тоже бренд вообще-то. Да, бренды можно найти, если Calvin Klein. Вау. Очень много, ну, таких бюджетные. Недорогой же этот, да, бренд. Тоже 6. Вау, Calvin Klein. Почему бы и нет, слушайте. Ха, может заняться секонд-хендом. Одеваться. Ну, муж не разрешил, говорит. Купим новую. Джессика Хартс. Это тоже бренд, мне кажется. Какая кофточка. Вау. И люрекс, и жемчужинки, смотрите. Какая интересная. Тоже 6. Все по 6.